Первое мероприятие было организовано 31 августа. Здесь, в фойе университета, была организована выставка, посвященная названием, скажем так, «Лучан Блага» по Емеле Лумине. И к нам приезжал господин Данилов, представитель с Института армянской культуры, где выступил, да, рассказал некую информацию нам дал, выдал, скажем так, про Лучана Блага. И плюс приезжал господин Бурлаку Александру, профессор, доктор хабилитат, где выступал с публичной лекцией, тоже связанной с Лучаном Блага. Второе мероприятие, которое уже организовала кафедра румынской филологии Камрадского государственного университета, это была научно-практическая конференция. Она была международная. Почему? Потому что здесь принимали участие представители с разных стран: Румыния, Колумбия, Италия, Франция. И были у нас организованы онлайн-выступления в этом же центре. И что касается дальнейших мероприятий, то вчера был организован фестиваль румынского фильма, художественного фильма, организатором которого являлось посольство Румынии. А также сегодня мы уже продолжили, ну, уже фестивалем спектакля. Тоже были показаны спектакли. Будем дальше работать. Мы не останавливаемся.